Уже сегодня мы создаем транспорт будущего – быстрый, безопасный, экологически чистый и доступный. С каждым днем мы становимся ближе к появлению новой транспортной философии, нового видения, нового технологического уклада под названием Skyway. Существует 15 этапов развития Skyway. Этап – это совокупность действий и мероприятий, направленных на развитие и становление технологий в целом. Смена этапа подразумевает выполнение всего объема работ и достижение запланированных показателей, установленных компанией-разработчиком. Работа по реализации проекта струнного транспорта Skyway была начата в 2014 году, что соответствует первому этапу. С этого момента развитие технологий продвинулось до 8-го, который завершается 8 марта 2017 года. Чем же запомнился нам уходящий 8-й этап? В конце ноября 2016 года на территории испытательного полигона Skyway Экотехнопарка был дан старт ходовым испытаниям подвижного состава. Юнибайк преодолел свои первые километры по небесной дороге. Параллельно с ходовыми испытаниями подвижного состава на завершающий этап вышла процедура сертификации струнного транспорта. В декабре 2016 года проектная организация Skyway заключила ряд соглашений о сотрудничестве с научными организациями в рамках сертификации струнного транспорта. На 8-м этапе строительные работы в испытательно-сертификационном центре Skyway вышли на финишную прямую. Государственными органами выделена земля под строительство 16-километрового участка высокоскоростной трассы, на которой подвижной состав Skyway сможет развивать скорость до 500 км в час. Уходящий этап характеризуется ростом имиджа технологии Skyway и коммерческого интереса к ней на международной арене. Представители России, Турции, Филиппин, Индии, Австралии и Канады посетили экотехнопарк и цеха опытно-экспериментального производства Skyway. Подписан ряд документов о сотрудничестве, открыты новые направления партнерства и взаимодействия, рассматриваются новые проекты адресного строительства. Что нас ждет на 9-м этапе? Продолжение работ по всем направлениям строительства в экотехнопарке, расширение опытно-экспериментального производства и штата конструкторов, создание новых образцов подвижного состава, завершение строительства, испытаний и сертификации участка легкой городской трассы. Присоединяйся к команде Skyway. Вместе мы сможем изменить этот мир к лучшему. Мы очень рады видеть вас здесь, в экотехнопарке. Каковы ваши впечатления об увиденном, о нашей технологии, о том, что рассказал доктор Юницкий? Я считаю доктора Юницкого гением. Это просто поразительно. До приезда сюда я не знал, чего можно ожидать, что нового можно узнать. Здесь я увидел практическое применение этой технологии, предназначенной для людей. Есть два типа технологий. Первые настолько продвинутые, что они могут быть массово внедрены и применены лишь через 40-50 лет. Только тогда люди смогут принять их. А эта технология уже вписывается в реальный мир, в реальную экономику, когда вы видите ее коммерческую перспективу и внедрение в течение 1-2 лет, или даже сейчас. Она представляет ответ на вопрос, в котором мы нуждаемся. Я считаю, что она нам необходима, потому что всей планете требуется новое транспортное решение для улучшения нашей жизни, и чтобы мы могли передать это следующим поколениям. Какое из преимуществ этой технологии вы считаете наиболее важным? Экологическая безвредность, низкая стоимость или высокие скорости? Стоимость не очень важна в бизнесе. Она имеет значение для долгосрочной перспективы. Мне нравятся другие аспекты этой технологии. Конечно, она отличается высокой экологичностью, что важно для людей. Но, к сожалению, большинство экономик не основываются на экологических факторах. Мы должны представить другие факторы, кроме экологичности. Мы должны показать коммерческую привлекательность. Здесь большое значение имеет универсальность, вариативность технологий. Если у вас есть гибкие решения, позволяющие одновременно устранять различные проблемы с помощью этой технологии, то это будет большим преимуществом с точки зрения инвесторов. Они будут вкладывать в нее, поскольку она применима для транспортировки грузов и людей в различных объемах и на различных скоростях. Это является очень важным аргументом для расширения рынка сбыта продукции с точки зрения инвесторов. Это очень интересно для нас. Стоимость можно всегда варьировать и обосновывать. Если люди будут видеть разнообразие реальных, пусть и дорогих инфраструктурных проектов, стоимость для них уже не будет иметь большого значения. Они будут вынуждены принять ее. Вы спросили доктора Юницкого, какой он видит эту компанию и самого себя через 20 лет. А вы сами видите себя участником этого проекта в том будущем, которое обрисовал доктор Юницкий? Я бы не был сейчас здесь, если бы не видел этого. Большое спасибо. И вам спасибо. Вводную часть, дорогие друзья, я сегодня провел больше не как вводную, а именно как новостную. И прошу пересмотреть потом в записи эту часть. Ну, собственно, много новостей осталось и на вторую часть, потому что новостей у нас хоть отбавляй. И я обязательно подытожу, повторю уже в конце своего вещания те новости, которые я вместо вводной части озвучил. Но сейчас я хотел бы перейти, дорогие друзья, к хорошим новостям и сказать, что все мы с вами отлично постарались всем миром, так скажем, потому что уже более 180, уже почти 190 стран, скоро догоним количество стран в Организации Объединенных Наций, принимает участие в развитии проекта Skyway. И я могу сказать, что вот эта вот модель, которая была выбрана Анатолием Эдуардовичем Юницким, она настолько интуитивно правильно выбрана. И сейчас я могу сказать, что того результата, который мы раньше ожидали месяц, сейчас можно сделать за несколько дней. И вот буквально несколько дней назад, либо это было позавчера, точно я сейчас не вспомню, нужно смотреть в директорском чате, но у нас был рекорд, очередной вот рекорд вообще вот в истории Skyway по приходу инвестиций в день. В день, я могу сказать, дорогие друзья. То есть об этом, возможно, мы озвучим на телемосту, который будет у нас ближайший. Но я могу сказать, вот по этой сумме, реально ранее нам приходилось работать почти полмесяца, потом четверть месяца. Сейчас эта сумма делается за день. То есть эта сумма меньше $1000, но такая же неплохая сумма. И, как мы договорились, сейчас информационное поле мы будем максимально фильтровать, поэтому будем говорить, что в день уже приходит много. То есть этому давайте все вместе порадуемся, потому что это как раз-таки закладка основ, что мы перейдем планомерно с 9 на 10 этап, и что 10 этап может... Ну нет, не полэтапа. Сумму точно не просите, дорогие друзья, не буду называть, но абсолютно уверен, что мы можем перейти на 10-й этап еще до экофестиваля, потому что очень много событий планируется уже, которые обязательно состоятся. Это ближайшее время, 14 в 14, 15, 16, если не ошибаюсь, уже в перемещениях Виктора начинаешь путаться. Виктор будет представлять на официальном уровне в Братиславе нашу технологию. То есть вы помните, что ранее Виктор совместно, также мы были с Сергеем Анатольевичем и Франтишек Солар, было представление на тот момент министру транспорта Словакии, и сейчас уже будет серьезная рабочая встреча по представлению технологии на высшем уровне. Будут встречи рабочие уже с той компанией. Я могу сказать, это серьезнейшая девелоперская компания, которая делает строительные объекты не только в Словакии, но и в странах Европы и в дальних странах, уже за пределами Европы. И они с нами сотрудничают по одному из решений непосредственно для Братиславы. То есть это очередной адресный проект, и уже с руководителем, а не стратегическому развитию по маркетингу, будет общаться Виктор, потому что с директором по стратегическому развитию и маркетингу общался я и Сергей Анатольевич во время нашего прошлого или позапрошлого, тоже уже начиная путаться, визита в Словакию. И название, естественно, этой компании я не буду говорить, как мы договорились, что мы будем информационное поле беречь. Но это серьезная девелоперская компания европейского и даже выше европейского уровня, которая сейчас с нами сотрудничает. То есть вы прекрасно понимаете, что владелец компании с кем попало общаться не будет. И время его ценно, ну, собственно, как и время Виктора Игоревича Бабурина. Соответственно, Виктор, понимая ценность своего времени и понимая именно вот стремительность развития отношений с нашими арабскими коллегами, недавно отправился и уже вернулся с поездки в Дубай. То есть вот об этом не было никаких новостей и так далее, но я думаю, что здесь так вот промежуточным этапом стоит это осветить, зачем это было сделано. Я могу сказать, что если ранее на Инотрансе у нас рекордсменами по реагированию стали филиппинцы, и что касается наших русскоговорящих коллег, кто инициирует адресные проекты, кто заключает инвестиционные соглашения по регионам России, соответственно, сейчас такой вот, к сожалению, ну, я думаю и надеюсь, что изменится эта ситуация, антирекорд по именно вот такой быстроте реакции на развитие адресных проектов. Филиппинцы, вы все прекрасно помните, после трансов буквально через неделю отреагировали. Как только арабы уже, то есть непосредственно приезд которых был организован Франтишком Соларом, Гамалом Морси. Я еще раз хотел бы повториться, что перелет причем бизнес-классом, потому что вы понимаете, какого уровня господин Алла и Абдуль-Рахим Наки, именно вот специалисты, то есть генеральный секретарь Федерации Палаты арабских стран, не просто с кем-то не будет по определенной причине встречаться, а многие российские предприятия ожидают приезд таких профессионалов месяцами и годами, и никто их не посещает. Наш экотехнопарк, наш посетили, были некие проблемы, я могу сказать, и с таким экстримом началось путешествие наших арабских коллег в Беларусь, потому что Абдуль-Рахим взял только дипломатический паспорт. Представьте, вот дипломатический паспорт достаточен для путешествия по всем странам. И немногие люди в мире имеют такую привилегию. Вот люди такого уровня посещают наш экотехнопарк, чтобы общаться с генеральным конструктором и создателем струнных технологий Анатолием Эдуардовичем Юницким. Виктор в тот день являлся больше как переводчиком. Я действительно вижу огромнейший прогресс Виктора как именно человека, который разбирается уже и в техническом, синхронном, не побоюсь этого слова, перевода. И если я постепенно приближаясь к такому качественному последовательному переводу, то при обилии тех поездок и встреч, делегаций можно будет легко уже к синхронному переводу приблизиться. Я рекомендую всем, дорогие друзья, кто рассчитывает привлекать инвестиции, действительно крупные инвестиции на международном уровне, учите языки, потому что пока у нас нет своего языка, Sky-языка, это, естественно, такая шутка, но в каждой шутке есть доля правды и доля желания, мечты. Пока у нас множество различных языков, но все мы объединены на сегодняшний день английским языком. Учите английский язык, потому что при международных переговорах это очень серьезно вам поможет. Естественно, мы будем с Сергеем Анатольевичем и с Виктором Бабуриным, причем я могу сказать точно, что Виктора мы будем подключать уже на самых крайних стадиях переговоров, и Сергеем Анатольевичем мы, если кому-то достаточно жестко отвечаем, что нет, по этому проекту мы не будем работать, потому что это трата времени, потому что действительно хочется уже тратить время на те проекты, на тех инвесторов, которые потенциально может инвестировать, и те адресные проекты, которые действительно могут реализоваться. Что-то бла-бла-бла сейчас, ну, дорогие друзья, этап уже пройден. Мы уже ступаем на порог 9-го этапа, и фактически осталось-то, дорогие друзья, 6 этапов. 6 этапов до 15-го этапа. А 15-й этап никто не знает, когда он настанет, но я еще раз могу повторить, дорогие друзья, что обратный отсчет начался. Обратный отсчет начался с момента заключения вот этого такого серьезнейшего договора, трехстороннего инвестиционного соглашения с одним из индийских штатов. И сейчас этот штат в абсолютном доступе, информация об этом дана, и, соответственно, это небольшой штат, но обладающий более 40% полезных ископаемых и отличный плацдарм для начала деятельности Skyway, штат Джаркханд, именно для создания как тестового участка, для создания проектов адресных по высокоскоростному направлению, по городскому пассажирскому направлению. Ну и, естественно, грузовое направление, оно без внимания не останется. Я хотел бы остановиться, дорогие друзья, на тех эмоциях, которые меня посетили, когда я наблюдал в качестве участника переговоров, делегации, когда происходило общение с арабскими представителями, с Абдуль-Рахимом Наки и с господином Алла, которые абсолютно, так скажем, без каких-либо притязаний слушали о технологии и слушали глобальное видение технологии Skyway, потому что после того, как Анатолия Эдуардовича спрашивают вопрос, а какую компанию вы видите вообще через 20 лет, и когда Анатолий Эдуардович честно, не задумываясь, отвечает, что я вижу корпорацию одной из самых крупных корпораций в мире, как по капитализации, так и по величине, масштабам производства, создания адресных проектов. Дорогие друзья, когда создатель струнных технологий с огромной уверенностью это отвечает арабским представителям, и в переговорах с людьми такого уровня, естественно, нужно думать над каждой фразой, и когда они внимают каждому его слову, это говорит по многому. Это говорит об огромнейшем интересе не только к самой технологии в плане локальных адресных проектов, но и глобальному видению. И Анатолий Эдуардович описал уже концепцию создания тестового участка в арабских странах. То есть у нас таких тестовых участков будет 5-6. То есть уже мы видим зачатки в Австралии, в Индии обязательно будет, в Беларуси все развивается, но не факт и далеко не факт, что в Беларуси мы сможем развитие, гиперскоростное направление. Гиперскоростное направление Анатолий Эдуардович уже рисует и презентует делегациям как следующее направление, наивысшее направление перед линейными городами, перед новой концепцией. Кстати, предрекая то, чем мы будем заниматься в будущем, уже после закрытия финансирования, возможности финансирования корневой компании, после инвестирования, начала инвестирования уже в адресные проекты. Дорогие друзья, я рекомендую, найдите 88 год, если не ошибаюсь, и прочитайте, кто действительно горит, кто заинтересован развитием проекта Skyway, монографию, публикацию «Экомир». И тогда Анатолий Эдуардович представил такое глобальное видение, с которым Жак Фреско просто молча стоит в сторонке со своим проектом «Венера», потому что такое глобальное видение не представлял никто. И это, естественно, захватило интерес Абдуль-Рахима Наки, господина Алла. И когда люди такого уровня слушают, и наблюдаешь за их эмоциями, за их взглядом, очень внимательно слушают. И когда Абдуль-Рахим Наки, генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат стран Персидского залива, просто как будто его что-то ошарашило, вскакивает и говорит: а вот здесь мы можем сделать, стратегия здесь такая-то. Дорогие друзья, но я думаю, что не при каждом обсуждении они проявляли такой интерес. И когда не задаются технические вопросы, когда по технологии все понятно, и нюансы, тонкости уже будут обсуждаться при формировании конкретных проектов, основатель Relativity Group Пала Аль-Шаих говорит о том, что вообще вами движет. То есть после того вопроса, а кем вы видите вообще себя и какой вы видите компанию через 20-25 лет, господин Алла спрашивает: а вообще зачем вы этим занимаетесь? И настолько зацепила именно вот искренность и простота, и гениальность, я бы сказал, всеобъемлющесть ответа от Анатолия Эдуардовича, то, что он этим занимается для того, чтобы сохранить землю для будущих поколений. И когда руководитель Relativity Group, и, дорогие друзья, не бойтесь названия Vanguard, потому что мне многие пишут и спрашивают: вот Vanguard — это спрут мировой экономики, кто является чуть ли там не в тайном мировом правительстве и так далее. Дорогие друзья, это просто однофамилец. Компания не имеет отношения с крупнейшей корпорацией Vanguard Group, именно вот компании, которая владеет господин Алла. И не бойтесь ничего, ничто не угрожает проекту Skyway в этом отношении. То есть в этом плане мы провели и проработку предварительную, то есть со всеми компаниями я задавал тоже вопрос: дорогие друзья, никакого отношения компания Vanguard, именно вот господина Алла, не имеет к Vanguard, которая занимается различной деятельностью, которая заинтересовала и заволновала наших инвесторов. То есть не волнуйтесь по этому поводу, пожалуйста. Ну и, соответственно, уже после посещения производственных площадок, уже после увидения в реальности перемещения Юнибайка, и посидеть даже удалось коллегам, представителям. Эмоции, естественно, зашкаливают, потому что вы помните, как менялся каждый человек, и вообще каждый человек будет меняться, который садится в Юнибайк, он будет из взрослого превращаться в ребенка, и он будет ощущать вот ту вот беспечность, ту легкость и бытия, и сознания, и то мобильное, персональное, свое искомое пространство, которое все наши коллеги ощущают, когда начинают присутствовать внутри Юнибайка. А тот, кто покрутит педали, и тот, кто будет перемещаться, ну, дорогие друзья, такого, наверное, в современном транспорте сегодня достичь вообще невозможно. Ну и, соответственно, нашим арабским коллегам тоже очень все понравилось. Опять же, я могу сказать, вот сколько я присутствовал на делегациях и минимальное количество технических вопросов, потому что технология господину Алла, который, повторюсь, как я говорил на вводном вебинаре, в прошлые свои проекты привлек менее чем за полгода $300–350 миллионов. То есть вот человек такого уровня является сейчас нашим партнером, коллегой и соратником, как Протук стал, бывший директор транспортного департамента инфраструктуры и развития Южной Австралии, как Сергей Гришин приезжал, Сергей Анатольевич Гришин, как господин Морозов и являлся губернатором на момент презентации Медведеву, и сейчас поддерживает проект Skyway. И более того, официально в газетах, в СМИ было упоминание, что планируется возобновление проекта между двумя аэропортами Ульяновска. Так и, естественно, у нас команда становится все больше и больше. И я не удивлюсь, абсолютно уже компании на уровне Aurecon. И это хороший наш бэкграунд, дорогие друзья. Представьте, насколько ступенчато мы двигаемся, логически выверенно, когда мы можем Абдуль-Рахиму Наки и господину Алла Аль-Шаих сказать о том, что у нас в качестве партнеров есть Aurecon. Aurecon строили у вас Бурж-Халифу в Арабских Эмиратах, в Объединенных Арабских Эмиратах. И давайте тоже искать таких вот действительно качественных и высшего уровня партнеров. Да, дорогие друзья, на данном этапе мы можем уже на таком уровне вести переговоры. Но, еще раз повторюсь, на делегации не обсуждались конкретные проекты из точки А в точку Б. Их интересует общая стратегия развития стран Персидского залива. А что такое страны Персидского залива? Соответственно, был разговор и о Саудовской Аравии, дорогие друзья. А Саудовская Аравия, это сразу, соответственно, предполагается связка Саудовская Аравия и Египет. Это, естественно, Бахрейн, это, естественно, Кувейт, это, естественно, Арабские Эмираты, это, естественно, Катар. А у меня, я могу сказать, тоже я сейчас не удивляюсь абсолютно таким знакомствам, связям. Кто видел, я включался на выставке БРНО. Не часто включаюсь я в Инстаграме, потому что немного народу там смотрят. И я познакомился совершенно случайно с мощнейшим специалистом по крупным корпоративным продажам, который вот уже сейчас подправился в Катар, сам он сейчас проживает в Индии, и настолько он заинтересовался проектом, что мы с ним пообщались в районе часа. Соответственно, я могу сказать, что этот человек будет представлять по своим контактам, там в том числе есть контакты с королевских семей Катара, и будет представлять нашу технологию. Ну и, естественно, мы будем его поддерживать, тренировать, отвечать на все вопросы. Ну и я думаю, что сейчас Виктору Игоревичу Бабурину предстоит очень часто посещать Дубай. С первым визитом Виктор Бабурин сейчас посетил Дубай, то есть там вот тоже моментальность и быстроту действия, реакцию на развитие проектов, представьте. Ну, во-первых, я не буду повторяться, наверняка Сергей Анатольевич на прошлом вебинаре говорил, и мы, когда приехали в офис Гамала Морси, посмотрели вообще вот как живет, как представлена торгово-промышленная палата и палата сельского хозяйства арабских Словакии, генеральным секретарем который является Гамал Морси, наш друг, союзник, соратник. Это действительно с огромной энергией просто человек, с огромнейшими, полезнейшими и важнейшими контактами по всему миру, а не только в странах арабского мира. И он обмолвился, что вот буквально на следующий день после приезда, то есть это рекорд реагирования на ситуацию. Филиппинцы уже не обладают этим рекордом в неделю. То есть фактически на следующий день уже началась проработка по проектам со стороны арабской делегации. И мистер Алат, господин Алат сказал, что Были проведены предварительные переговоры с крупнейшим инвестиционным банком. Это не государственный банк, а такой вот полугосударственный, получастный. И там уже обсуждаются инвестиции. Естественно, они не будут привлечены за несколько недель и там за несколько дней, как кто-то ожидает. Пришли, поговорили, получили инвестиции. Но там будет сумма в районе 5-6 миллиардов долларов. То есть вот такие переговоры уже ведутся. Ну и в том числе, чтобы участвовать уже в этом процессе, Виктор Бабурин вылетел незамедлительно, согласовав командировку с Анатолием Эдуардовичем. И там уже было полное ощущение профессионализма, подготовки контактов, подготовки каждой делегации, каждого визита на будущие приезды. То есть действительно в такие поездки, наверное, стоит ездить. И на данном уровне только такие поездки у нас и должны быть, дорогие друзья. То есть фактически с аэропорта встретили сразу на встрече в гостинице. Естественно, у Виктора ни поночевать, ни поспать времени не было. То есть мы переписывались в Вайбере. Единственный вопрос был по ощущению, когда же он наконец поспит. Я говорю: Виктор, скоро 8 марта, у вас наверняка также будет выходной в ЗАО «Струнные технологии». Я рекомендую чуть-чуть хотя бы перед этим днем поспать, потому что потом снова начнутся боевые трудовые будни Skyway. И это не то, что какие-то будни, какая-то рутина, дорогие друзья. Вот даже все вебинары, которые мы проводим с Сергеем Анатольевичем, заметили, что каждую среду, независимо от того, что происходит, мы проводим их. Это можно сказать, что мы, активисты Skyway, а я говорю про мы, это более 800 тысяч людей по всему миру, стараемся сделать так, чтобы день для Skyway был прожит не зря. То есть такая вот поговорка у нас появилась, и я могу сказать, что перед уездом делегации, уже после уезда арабской делегации, у нас был интереснейший разговор с Анатолием Эдуардовичем Юницким. То есть присутствовали на разговоре только 4 человека: Виктор Игоревич Бабурин, я, Сергей Анатольевич, естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий. И вы не представляете, я не могу, к сожалению, говорить об этих концепциях на вебинаре, но вы не представляете, насколько глобальное видение нашего проекта. И то, что мы делаем струнную технологию, струнный транспорт, дорогие друзья, это только начало. Я так вот затравочку вам сделаю небольшую. Еще раз почитайте «Экомир», осознайте, поймите, потому что там очень много всего написано. Общались мы, проводили такое вот рабочее совещание и мозговой штурм 14 часов. 14 часов вы когда-то вообще общались с кем-то без перерыва. То есть перерыв был только на то, чтобы, извиняюсь, сходить в туалет, на то, чтобы сходить проветриться чуть-чуть на улицу. 14 часов без перерыва мы общались и создавали новые концепции, которые, я могу сказать, очень сильно меня обрадовали и сейчас мотивируют еще больше, хотя куда уж больше, развивать проект Skyway. Потому что даже не адресные проекты, главное для той системы, которую Анатолий Эдуардович создал интуитивно на тот момент, систему краудинвестинга. Но именно концепция, вот почитайте эту брошюру, осознайте, поймите, и если, соответственно, десятки, может быть, там 20-30 триллионов долларов – это наш потенциал в Skyway, то вот тот потенциал, о котором мы общались и в плане которого может именно вот таким вот звеном, но уже с большими инвестициями, потому что тогда мы будем проводить, получать, ну и проводить, соответственно, везде конференции, встречи, просто штамповать адресные проекты, тогда у нас будет немножко другое понимание инвестиций у той инвест-проводящей системы, которая уже создана, дорогие друзья. И, соответственно, вот та концепция, которую мы обсуждали, это уже удвоение мировой экономики. Удвоение. Мировая экономика на сегодняшний день это примерно 75,5 триллионов долларов. Удвоение – это фактически больше 150 триллионов долларов. О каких дивидендах тогда вообще можно вести речь? И представьте, насколько много людей будет присоединяться к этому уже, я не побоюсь этого слова, движению. И сейчас можно назвать нас таким вот движением, потому что мы развиваем проект Skyway, ну а там уже мы будем действительно сохранять планету для будущих поколений. Не просто бла-бла-бла, как... Я очень сильно уважаю Жака Фреско, его проект, и я в каком-то плане рос на этом проекте до того момента, как я познакомился с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Но инженерные подоплеки, инженерных расчетов, концепции и конкретных изобретений у Жака Фреско, которые можно было создать, нет. Я вспоминаю, когда Лариса Артамонова провела конференцию для Жака Фреско, приехало очень много инвесторов с крупными суммами денег и сказали, что вот, давайте, вот есть земля, пожалуйста, давайте строить. Жак на тот момент сказал, что нет, наш проект реален только в масштабах всей планеты. Он был прав в той концепции, что у нас общепланетное транспортное средство, дорогие друзья, тоже в масштабах всей планеты. И, кстати, в ходе этой 14-часовой беседы я понял, что насколько глобальная вот та концепция, которую обрисовал Анатолий Эдуардович, и спрашивал у нас, что не рано ли вообще вот это как бы закладывать зерно. Не рано, дорогие друзья, потому что уже если 800 тысяч людей поддерживают, то вы понимаете, что если 150 тысяч человек, может быть 200 тысяч человек уже регулярно инвестируют, и мы выходим на рекордные показатели уже не просто за месяц, а за день. Те объемы, которые раньше нам нужно было четверть месяца работать, чтобы достичь, то уже вот эти вот 800 тысяч людей, они, соответственно, также будут активизироваться, и этот маховик, именно инвест проводящей системы, он будет раскручиваться. Я, дорогие друзья, хотел бы сказать еще вот насчет троллей и концепции, вообще вот, что говорил Анатолий Эдуардович, сравнивая тролли, сравнивая наш современный мир, сравнивая наше современное сельское хозяйство, экологию, огромное значение имеют микроорганизмы. И сейчас вот мы с вами, это вот немножко идеология уже пошла, я приведу пример, вообще вот в чем принцип заключается, допустим, Sky Soil, то есть направление создания нового гумуса со стопроцентным содержанием гумуса новой почвы. Многие вот так вот начинают сыпать, нюхать, кто-то на вкус пробует из всех делегаций, которым показывает Анатолий Эдуардович Юницкий образцы почвы. Но самое главное, меня поразило, дорогие друзья, что те вредные производства, допустим, угольные ТЭЦ и так далее, электростанции, которые сейчас вредят экологии, они, вот Анатолий Эдуардович сумел их увязать. Это совершенно новое для нас было, когда мы услышали об этом. В Перископе вы можете это посмотреть. Соответственно, это будет развиваться на пользу создания плодородного слоя. То есть даже теплоэлектростанции, которые используют уголь, они будут генерить гумус в оконцове. Ноу-хау, естественно, нюансы техники производства гумуса мы раскрывать не будем, и более того, мы просто-напросто это не знаем. Но, соответственно, вот то, что в виде серы, в виде СО2 выходит именно в качестве вредных выхлопных отходов в производстве электроэнергии с помощью угля и так далее, это будет на положительное производство гумуса, дорогие друзья. Об этом мы обязательно на одном из вебинаров остановимся более подробно, но этот процесс, естественно, будет занимать 2-3 года, но тогда мы можем сказать, что абсолютно плодородный слой почвы будет создан. И этим, естественно, заинтересовались наши арабские коллеги, арабская делегация, потому что они были поражены, что из их пустынь можно сделать действительно цветущие райские сады. И если в проекте Венера, в концепции Жака Фреско, это выглядело бы как красивая визуализация, у нас это реальность, дорогие друзья. И мы не просто говорим, что мы это рисуем, мы это знаем, как конкретно сделать. Мы — это все приверженцы технической школы Юницкого. И вот что очень приятно было ощущать, и я хотел бы вам всем передать, дорогие друзья, что Анатолий Эдуардович вот сейчас он конкретно ощущает, что все люди, которые поддерживают проект Skyway, он не один. И даже речь не идет не о ЗАО «Струнные технологии», хотя там мощнейшая команда, а все инвест-проводящей системе. Он сказал такую фразу, которая меня очень сильно зацепила и затронула, что вы являетесь, все вы, на какую-то часть, даже кто просто зарегистрировался, чуть-чуть наблюдает за проектом, все вы являетесь сейчас частью меня, дорогие друзья. И, соответственно, я могу сказать, что ни одна корпорация не могла этим похвастаться. Ни Стив Джобс, ни Марк Цукерберг, ни Илон Маск сказать своим акционерам, что вы являетесь частью меня. Многим акционерам да плевать они хотели, они хотят получать дивиденды. На идею им плевать вообще, тем более, когда Илон Маск сейчас планирует. И если говорить про Илона Маска, ну что сказать, любим мы с Сергеем Анатольевичем пообщаться на эту тему. Мы в такой вот комфортной обстановке между выставкой и конференцией, у нас было буквально там несколько часов, мы их провели вечером в просмотре выступления Илона Маска на мировом саммите мирового правительства в арабских странах. И, соответственно, там он говорил те вещи, те настолько детские вещи по сравнению с футурологией, истинной футурологией инженера Юницкого. И мы, как футурологи, я как именно помощник, вице-президент Международной академии, практикующий, потом прикладной, и сейчас мы позиционируем как инвестиционная футурология. И вот первый вебинар 21 ноября вы видели, на котором присутствовало где-то более 200 новичков. Это наша система, которую мы отрабатываем и будем проводить уже на словацком рынке, уже вживую будем проводить в Москве. Ну, естественно, учитывая перемещение, будем выбирать время, когда это можно сделать. И, соответственно, мы уже не можем себя называть футурологами, просто не имеем права, потому что истинная футурология, вот она идет из уст лично Анатолия Эдуардовича. Я рекомендую всем еще раз, вот просто не поленитесь и прочитайте все «Экомир», потому что это супер публикация. Я как-то обмолвился на вебинаре, что когда Анатолию Эдуардовичу рассказывали, что вот как бы хорошо бы сделать в будущем концепцию нашей криптовалюты, которая была привязана к генерации ВВП, Анатолий Эдуардович сказал на тот момент, что когда мы это будем делать, если мы это будем делать вдруг, то наша криптовалюта должна быть лучшей в мире. И вот опять же сравнение с микроорганизмами, то есть вот тролли, не тролли, оппоненты, приверженцы. Дорогие друзья, вот если сравнивать с гумусом, как вообще создается гумус за счет переработки специальными микроорганизмами. То есть в нашем организме вообще присутствуют десятки миллионы микроорганизмов. Почему мы начинаем болеть? И я сейчас вот как бы временно не употребляю алкоголь вообще, ну, по определенным причинам, по своим личным. И вначале, чтобы, так скажем, отмазаться, сказал, что вот, принимая лекарства, Анатолий Эдуардович прочитал мне очень большую лекцию насчет того, что фармацевтика убивает наш и что вот именно микроорганизмы, они являются основой, и как раз таки в почве основой тоже будут являться микроорганизмы. И, дорогие друзья, я тут хотел бы привести термин, который я впервые из уст Виктора Бабурина услышал. Кем мы являемся с вами? То есть мы с вами и являемся вот теми множественными микроорганизмами. Мы являемся с вами микробизнес-ангелами, я не побоюсь этого слова, то есть Angel Network назвал краудинвестинговую сеть, площадку Виктор Бабурин. И я с ним абсолютно согласен. Сейчас мы микробизнес-ангелы, потом мы станем, соответственно, уже реальными бизнес-ангелами, будем инвестировать уже не по $100. Ну, кто инвестирует сейчас по $100 тысяч, будет инвестировать, значит, миллионы, десятки миллионов. Цикл и критерий, и величина инвестиций, она, естественно, дорогие друзья, увеличится. И вот то ядро, та основа, которая сейчас закладывается именно вот нами, всеми с вами вместе, краудинвестинговой системы, это основа того, что даст старт и уже доведет до общепланетного транспортного средства и так далее. Я в этом абсолютно, дорогие друзья, не сомневаюсь. Ну, если говорить про футурологию, опять же, про то, что некоторые наши прогнозы с Сергеем Анатольевичем сбываются, то я могу сказать, что вот 1 марта, почитайте статью, первый электробус будет использовать именно искусственный интеллект, не DeepMind, не какой-то еще не разработку Google, а именно разработку IBM, IBM Watson. И как вы думаете, дорогие друзья, почему искусственный интеллект? Во-первых, это рынок. То есть, что будет и почему вот будет максимальная капитализация вообще вот от нашего направления Skyway? Потому что мы для всех индустрий, которые сейчас ищут, а где бы примениться, вот тот же искусственный интеллект, IBM Watson, это же не просто какое-то абстрактное понятие искусственный интеллект, которое может как интернет поступить к нам в компьютеры и так далее. Есть определенная коробочка, которая определенное количество килограмм весит, и достаточно тяжелая коробочка. Соответственно, дома носить с собой это невыгодно, но что-то нам подсказывает в юнибайках это будет. И наш прогноз сейчас, что искренне надеемся, что искусственный интеллект, лучший искусственный интеллект появится у нас в наших подвижных составах. Соответственно, мечта Сергея Анатольевича, я в этом плане более подкован, когда появится личный ассистент Юник, который сможет заказать не как чат-бот, а как действительно искусственный интеллект, лучшие варианты забронировать гостиниц, перелетов уже тогда не будет, потому что мы будем перемещаться на юнибайках, выстроить маршрут, показать котировки валют, показать прогноз на стоимость биткоина, все что угодно, дорогие друзья. Вот это все будет решать искусственный интеллект. Ну и, соответственно, если в электробусах искусственный интеллект появился, то можно ожидать его и в наших подвижных составах. И я могу сказать, дорогие друзья, что вот те концепты, та футурология, о которой мы говорим, то, что подвижная сауна, опять же, мечта Сергея Анатольевича Сибирякова, у меня больше, соответственно, юнибайк с абсолютно стерео, видео, акустической системой. Сейчас вот прибавилась еще концепция, то, что мы будем оздоравливаться внутри технологии, внутри нашего транспортного средства. И более того, опять же, искусственный интеллект сейчас применяется в медицине, но насколько мощным будет его применение, когда во всех подвижных составах транспорта второго уровня будет он появляться. И, естественно, дорогие друзья, это будет консорциум. Я в шутку спросил у Виктора Бабурина, ну что, уже пора писать письмо в IBM? Он ответил, и я считаю, что это абсолютно правильно, не надо ничего писать, сами придут, когда настанет время. И, дорогие друзья, я могу сказать, что вот так со всем нашим проектом. То есть арабы появились, когда настало время, когда, кстати, арабы, по идее, вот по моему мнению, появиться до упорядочивания, до создания концепции именно вот уже образцов Sky Soil. То есть преобразовать пустыни в райские сады, для них это нонсенс. Господин Алла говорил много для того, что можно вообще все, что угодно перевозить, и нефть они с удовольствием будут перевозить, потому что в отличие от России у них идет концентрация нефти на дальнейшую продажу, то есть у них экономика супер диверсифицируется. Естественно, я как мог пообщался с Алла во время поездки на Марину горку и обратно по поводу футурологии, по поводу того, что в наших опорах, высотных опорах могут находиться станции, кафе, ночные клубы, гостиницы, все что угодно. Это будет новейшая инфраструктура второго уровня. Пала спросил, единственный вопрос, вот, пожалуй, его технически было, как ваша технология относится вообще, вот, как она преодолеет песчаные бури, потому что у них это очень распространено. И по поводу запаса температурных лимитов, я сказал, Алла, не волнуйтесь, у вас будут с технологией Skyway самый наилучший запас температур. То есть это разница от минус 70 до плюс 70. Он, естественно, сказал, что вот проблема непосредственно с дорогами, что плавится асфальт, какого бы качества не был бы асфальт, он портится и очень много затрат ведется на это. Ну а когда мы просто говорим нашу концепцию, что если транспорт первого уровня постепенно будет убираться с дорог, то фуры будут убраны очень быстро с появлением юникаров и с появлением инфраструктуры, струнные дороги непосредственно уже по маршруту следования этих самых ладут, согласился. Ну и что меня поразило, дорогие друзья, этим мы обязательно тоже будем заниматься, то, что крупные инвесторы, тоже имейте в виду, все общаются в Инстаграме, все смотрят YouTube, и даже человек, который намерен инвестировать сотни миллионов, миллиард долларов в банк, маркетинг банка, будет смотреть все социальные ресурсы. Но в этом, дорогие друзья, я могу сказать, что наша с вами сила, то, что видео вышло, сразу его 1000 посмотрело в первый час, десятки, потом 20 000 в следующие дни, месяцы, и, соответственно, в этом сила, я могу сказать, нашей инвест-проводящей системы. Если говорить про следующее событие, дорогие друзья, то еще раз повторюсь, что у нас сейчас близится смена этапа, то есть запасайтесь основаниями для того, чтобы приобрести либо не приобрести доли и стать еще на большую часть совладельцем и соинвестором международной корпорации Skyway. Я лично буду докупать, и вот меня многие мои партнеры спрашивают, что вот с бонусного счета можешь перевести. Я говорю, коллеги, вот такая-то сумма я могу перевести, на остальное я все буду докупать. Ну вот такое мнение, дорогие друзья, мое лично. Сейчас я ощущаю такое вот, что ощущал на первых этапах, когда я в ноль все, что заработал, инвестировал. Сейчас вот уже фактически тоже не просто хочется, я это делаю и буду делать. И это продолжится, наверное, еще несколько этапов. Потом дискаунты будут, соответственно, уже не такие привлекательные, как сегодня, но привлекательны для тех людей и с теми новостями, которые нас будут ожидать. В конце марта нас ожидает выставка в Индонезии, то есть, естественно, там будет полное освещение. К сожалению, либо к счастью, там не будет подвижных составов в масштабе 1:1 наших рабочих машин мирового уровня, мирового масштаба, но будет модель 1:10. В Словакии тоже мы планируем сейчас именно европейскую такую модель, которая по всей Европе будет путешествовать, заказать Skyway Capital. Что касается Skyway Invest Group, они нас немножко опередили, то есть они уже больше 10 даже заказали моделей. И, дорогие друзья, это говорит о том, что наша инвест-проводящая система, вот как вы думаете, откуда появился Ротхук? Откуда появились арабы? Они появились от каких-то контактов. Да, я могу сказать, параллельно развивается два мощных направления. Крупное корпоративное направление, то есть это непосредственно проработка головной компании. И такое вот, может, менее корпоративное, менее менее квалифицированный и постоянно обучающееся направление нас с вами, обычных народных инвесторов. Но мы видим, что уже и сеть рождает множество адресных проектов, выводит на серьезные переговоры. Кто знает, на что выведет мое знакомство. Просто вот так вот включился на прямую трансляцию в Инстаграме и познакомился с крупнейшим лидером по крупным корпоративным продажам в сфере машиностроения и транспорта. Тоже, кстати, его зовут почти Алла, его зовут Али. И очень интересно мы с ним пообщались. Я думаю, что нас ожидают... Следующие новости, это уже в Индонезии, соответственно, потом будет международная конференция в Париже, которую проводит Skyway Capital о месте, о проведении чуть попозже будет посвящено в чатах, в официальных группах. И, соответственно, будет создан специальный сайт 8-9 апреля, кто желает, будем рады видеть в Париже. Количество мест строго ограничено, то есть... 150 человек, ну, максимум 200, но если 200 будут уже стоять, это приезжают лидеры, эксперты, топ-эксперты. Маркетинг у нас также улучшается, то есть Инета Анжена расскажет на своем вебинаре в понедельник, потом также это будет в новостях. Дорогие друзья, ну и с той командой экспертов, топ-экспертов, неважно, мастеров, лидеров, мы будем постоянно улучшать качество, сервис. Ну и, соответственно, я думаю, что тот рекорд, который мы достигли за день, недавно вот, рекорд по привлечению инвестиций в истории Skyway, мы будем достигать уже через некоторое время. Я надеюсь, что это произойдет не через год, уже за несколько часов, либо как максимум за полдня. Но я, дорогие друзья, хотел бы вам сказать, опять же, прекрасную половину человечества с 8 марта и наступающим 9-м этапом. Запасайтесь терпением, запасайтесь контактами, потому что 10-й этап для нас будет таким очень показательным. Там серьезные инвестиции нужно нам всем привлечь, это примерно 25 миллионов долларов. Ну и, соответственно, даже эту инвестицию мы с вами преодолеем. Может быть, нелегко, но обязательно преодолеем и сделаем так, чтобы 10-й этап наступил еще до экофестиваля. И на экофестивале я могу сказать, что сейчас, дорогие друзья, вот с теми инвестициями, я тем, кто присутствовал на вводном, но который сегодня не являлся вводным, а именно новостным вебинаром, я сказал, что Франтишек Солар сказал, сделал. И, соответственно, скоро придут инвестиции, ожидается поступление примерно 3-4 миллиона долларов. Всего лишь от менее чем 5 людей. Вот такие инвестиции, дорогие друзья, сейчас у нас ожидаются. Кстати, да, по поводу чеченской делегации планируется, по поводу челябинской делегации планируется, утверждено в конце марта. Надеемся, что эта делегация также увидит и испытания Юнибуса, который начнет свои ходовые испытания. Ну а я, дорогие друзья, безмерно рад тому, что Анатолий Эдуардович сейчас является вице-президентом, именно почетным вице-президентом Палаты арабских стран Словакии. И это такая вот должность, которая была создана специально для него. Официально, если будет Анатолий Эдуардович присутствовать на саммите, который пройдет в мае, очень серьезный саммит, там будут все арабские страны, европейские страны и так далее. Для Анатолия Эдуардовича будет VIP-программа презентации для представителей, если Анатолий Эдуардович сам не сможет приехать, потому что в основном все там будут желать слышать про Skyway. Ну и бывший президент Словакии, дорогие друзья, который сейчас является президентом и руководителем Палаты арабских стран Словакии, он лично Анатолию Эдуардовичу, либо представителю ЗАО «Струнные технологии», пожмет руку и уже вручит бумагу о почетном таком звании вице-президента Палаты Словакии. Скажите мне, какие руководители корпораций получали на ранних этапах, еще до коммерциализации технологии, такие статусы? Дорогие друзья, скорее всего, никто. Поэтому строим Skyway, спасаем планету, даем дорогу мир Транснету и делаем так, чтобы каждый день для Skyway был прожит не зря. Благодарю, друзья. До скорых встреч. Если есть какие-то вопросы, то задайте. Я надеюсь, что не испытали недостатка Сергея Анатольевича. Постарался максимально таким вот массовым сделать этот вебинар в плане информации. Если есть у кого-то вопросы, задавайте. Если нет, то будем прощаться. Я сейчас посмотрю. Так, сейчас в Израиле, в Тель-Авиве. Поэтому в 21:30, да, будет вебинар, конечно. Австралийцы очень высоко оценили приезд. Был очень серьезный представитель, чиновник, который является самым главным лицом, ответственным за регулирование внедрения транспорта в Австралии, ну и, соответственно, это уже прямую подходит к сертификации. Посвящать имя, фамилию этого человека мы не будем, дабы не обвинили его в слишком сильном интересе к технологии Skyway и какой-то предвзятости к другим технологиям. Но он очень сильно звался, и работа по Австралии продолжается полным ходом. Если быть точным про сумму инвестиций от индусов, 926 миллионов долларов. То есть это трехстороннее инвестиционное соглашение. Ну, наверняка, Татьяна, будет какие-то видео с австралийцами, но там будет общая информация без конкретной закрытой коммерческой информации. Ну, я думаю, то, что я вам сказал, то, что высоко оценил представитель чиновничьего аппарата и регулятор всего транспорта, этой информации абсолютно достаточно. По поводу криптовалюты, дорогие друзья, эта мысль есть, и она прорабатывается. Мы говорим, что планируем делать свою криптовалюту, но давайте сейчас сосредоточимся именно на первостепенных задачах, то есть окончанию финансирования экотехнопарка. Я не исключаю, что возможность финансирования в головную компанию будет завершена в этом году, еще до конца этого года, потому что те переговоры, когда один даже инвестиционный банк, вот представьте, с инвестиционным банком, с которым уже господин Алла, первый один из контактов его по работе начал общаться, готов проинвестировать 6 миллиардов долларов. Представьте, эта инвестиция, все, она выгорела. Что произойдет с финансированием в головную компанию? Естественно, вход будет закрыт. Но мы перейдем на адресные проекты и мы перейдем на такую более глобальную концепцию, о чем я рекомендую вам почитать брошюру, публикацию «Экомир». По поводу внутренней биржи, дорогие друзья, на самом деле суть внутренней биржи и ценность будет заключаться в том, когда максимальное количество людей будут понимать ценность, соответственно, активов, которыми они обладают. Много вопросов, ну не то что много, намного меньше, чем на первой конференции Словакии было задано про IPO. Но IPO – это не первостепенная задача. Мы к ней будем приходить примерно как приходил Apple. Ну, естественно, намного раньше, но ступенчато. И когда время придет, так скажем, Apple пришел через 26 лет, Amazon пришел через 5 лет. Ну, мы сколько времени понадобится на проведение IPO, на приход к публичной бирже, покажет время. Но самое главное, и Алла это подтвердил, коммерциализация проекта. Если не будет коммерциализации, какое бы IPO у нас не было, грош цена этому IPO. Поэтому как только мы коммерциализируемся, Также абсолютно, как мы сейчас ступенчато и логическими шагами приближаемся к сертификации, мы будем уже строить наши планы по IPO, строительству нашей внутренней биржи. Все это будет. Так, по поводу ОАЭ 1,5 миллиарда, дорогие друзья, я не обладаю этой информацией, не считаю это особой официальной информацией. Как только будет заключено инвестиционное соглашение, без сумм, дорогие друзья, что в этой стране, в этом регионе заключено инвестиционное соглашение на большую сумму. Все. Больше после Индии, я думаю, что не будет освещено конкретных вот таких вот закрытых показателей. Это наша с вами... Ну, Евгений, если я не обладаю именно в качестве официальной информации, то есть это не значит, что этого нет. То есть официальной информации по поводу 1,5 миллиардов ОАЭ нет. Грузовой транспорт, да, будет показан. Ну все, дорогие друзья, тогда до вечера, кто сможет устоять и выстоять до 21:30 по Москве. Ну а всем остальным до скорой среды. Строй Skyway, спасай планету. С вами Алексей Суходоев. До скорой встречи.